тобой? Что ты делаешь? Ты что, Минка, не видишь? Я хочу стать ниндзя. А мне кажется, что ты с ума сошел. Уха. Что ты делаешь? Аминка, не мешай мне учиться кунг-фу. Иди занимайся своим делом. Камиль, ты бы лучше к дедушке сходил. Он тебя научит. Ты что, забыл? Он мастер кунг-фу. Нет, Амина, я не пойду к дедушке. Он скажет, что я еще маленький, и он меня не будет учить. Ты сходи, попробуй. Может, и научит. Думаешь, стоит? Ну ладно, пойду попрошу, может, научит. О, привет, дедушка, ты тоже крутишь спиннеры? Да, внучок. Они помогают развивать ловкость рук. А это необходимо для ниндзя. Дедушка, я вот что подумал, я тоже хочу стать ниндзя. Что? Внучок, ты ниндзя? Внучок, ты слишком молод для этого. Ну ты же сам говорил, что ниндзя можно стать в любом возрасте. Да? Я так говорил? Окей, я сделаю тебя ниндзя, но для начала мы приведем тебя в хорошую физическую форму. Ты готов? Да! Отлично, пошли. Чем я могу вам помочь? Я хочу сатунда. Отлично, тогда вам зал единоборств. Спасибо. Теперь ты должен использовать свои навыки ниндзя в действии. Эй, парень, вставай, ты мне мешаешь убираться. Ах, как же я устал, не могу ходить. Мои ноги. Камиль, что с тобой? Я сегодня с дедушкой целый день был в спортзале и так устал. Напиши в комментариях, а ты любишь спорт? Нажми на красную кнопку и подпишись на наш канал. Ребята, ждем от вас лайкусики! Не забывайте по ссылочке в описании переходить на наш инстаграм. Все!